Здравствуйте, дорогие друзья! Дневник ФНТВ, спецвыпуск. В этом году мы отмечаем огромное количество юбилеев, так уж совпало. В августе мы отмечаем 135 лет со дня рождения первого народного комиссара финансов СССР, внесшего огромный вклад в формирование новой советской финансовой системы, Григория Яковлевича Сокольникова, человека с очень непростой судьбой, человека личности неоднозначной и, тем не менее, личности, которую мы не можем обойти своим вниманием. И, в частности, вот эта витрина в нашем музее посвящена как раз Григорию Яковлевичу Сокольникову, одному из отцов новой советской валюты, золотого червонца, человека, под руководством которого была осуществлена первая в Советском Союзе денежная реформа 1922-24 года. Вы, конечно, спросите, какое отношение Григорий Яковлевич имеет к нашему университету, а тогда еще институту. Дело в том, что Григорий Яковлевич выступал в качестве консультанта с отдельными лекциями в нашем институте. И, собственно, после реабилитации Григория Яковлевича Сокольникова в 1988 году наш университет был одним из первых, учебных заведений, благодаря которому началось возвращение Сокольникова. И, в частности, мы поддерживаем связь с дочерью первого наркома финансов СССР Григория Сокольникова, Гелианой Григорьевной. Мы созванились с ней, надеюсь, не в последний раз, в минувшую пятницу. В 2017 году Гелиана Григорьевна Сокольникова была в гостях у нашего музея, видела эту витрину. И пару лет назад она подарила нам одну из последних книг «Отец золотого червонца» Григорий Сокольников со своим автографом. Здесь же у нас представлена еще одна книга «Новая финансовая политика» с автографом дочери первого наркома финансов СССР Григория Яковлевича Сокольникова. И, собственно, в нашем разговоре в пятницу Гелиана Григорьевна особо отметила роль нашего университета в возвращении ее отца. Началось это все от того, что я пришла в музей, в котором работал Никольский Петр Сергеевич. Дай Бог ему здоровье. Он так хорошо меня принял. Мы провели там первое наше такое большое мероприятие со студентами, с аспирантами. Но это было очень много лет назад, наверное, около 30, я так помню. Вот. И потом продолжалась наша дружба. Впоследствии я продолжала все время держать связь с вашим музеем. Вот. Несколько раз была там. Там была создана экспозиция Сокольникова, что было очень приятно. И какие бы мероприятия не были, какие бы журналы или книги не издавались, я всегда сообщала в музей финансовой академии при правительстве. И была всегда за это благодарна. И до сих пор остаюсь очень благодарна за память о моем отце, о том, что когда идут экскурсии, о нем рассказывают, ну, что может быть более мне приятно. Спасибо вас, учитель. Вот недавно вышла книжка о Сокольникове «Невыученные уроки НЭПа». Там рассказано, что как Сокольников прорепетировал НЭП в 20-м году в Туркестане. А Туркестан – это все сегодняшние республики. Фактически он их спас в 20-е годы. И они начали уже тогда немножко возрождаться. Понимаете, это были царские окраины и все. Малограмотный, а он вот там провел в 20-м году, ему было 30 лет всего, благодаря тому, что действительно человек спас Россию в 20-е годы своим золотым червонцем, вот тут это и из песни слов не выкинешь, понимаете? Это не то, что кто-то там чего-то написал и что сделал, а это явно. Это червонец, это не во сне, а наяву. И все годы, пока он существовал, в России был подъем, и был этот червонец. От Прибалтики до Турции можно было ездить на курорты без всякого размена. Червонец был дороже доллара и фунта стерлингов. Поэтому заслуги явные, понимаете?
Я, естественно, знаю о Сокольникове по воспоминаниям его дочери, по воспоминаниям его жены, известной писательницы Галины Серебряковой. Человек, окончивший Сорбонну, владевший несколькими европейскими иностранными языками. Собственно, именно этот человек осуществил первую в Советском Союзе денежную реформу, ввел новую советскую валюту, червонец, глобальную реформу банковской системы, конвертируемую валюту. Вместе с тем, в рамках данной реформы было проведено две деноминации, и в 1924 году вводится казначейский рубль, который стал дробной частью червонца, выступал дробной частью червонца. На самом деле здесь необходимо понимать, что происходило в канун денежной реформы на территории России в плане финансовой системы. Дело в том, что после Первой мировой войны, гражданская война, после которой финансовая система страны была фактически полностью разрушена. То есть это был совершенно невероятный финансовый хаос с огромным количеством разновидностей денежных знаков, которые фигурировали в качестве платежных средств на территории России. Исследователи называют цифры тысячи различных денежных знаков. Регионы выпускали, различные самопровозглашенные государственные формирования, царские, так называемые Романовки, Николаевки, Керенки, это все продолжало находиться на территории России в качестве платежных средств и после революции вплоть до 1922 года. И, собственно, деноминация 1922 года, первая деноминация, это начинается с изъятия вот всего вот этого многообразия, в том числе и денежных знаков, уже отпечатанных советским правительством под революционным клише и по клише временного правительства, как в частности пятаковки те же, которые были отпечатаны по клише, заказанным временным правительством, но не успевшим осуществить все проекты денежных эмиссий. И вот все вот это разнообразие начинает изыматься в 1922 году в соотношении 1 к 10 тысячам. И кстати, именно в 1922 году впервые на банкнотах появляется денежный знак, словосочетание на советских банкнотах. До того денежные знаки Советской России назывались расчетные знаки РСФСР или сокращенно совзнак, советский знак. И с 1922 года, собственно, впервые на советских денежных знаках появляется это словосочетание денежный знак. И в 1922 году как раз начинается изъятие всего существующего многообразия в соотношении 1 к 10 тысячам. То есть за 10 тысяч предыдущих дензнаков выдается 1 рубль нового образца 1922 года. 1923 год, вторая деноминация. На денежных знаках образца 1923 года будет указываться, что 1 рубль 1923 года приравнивается к 1 миллиону до 1922 года. Или к 100 рублям, деноминированных уже 1922 года. И в 1924 году будет осуществлен третий обмен, но уже на казначейские рубли золотом. Это уже те самые рубли, которые будут выступать дробной частью червонца. В соотношении 1 к 50 тысячам. И в итоге в 1924 год, вот я уже сказала, третий обмен, вот вдумайтесь, 1 рубль 1924 года был равен 50 миллиардам до 1922 года. В результате денежной реформы будет введена новая советская валюта червонец, который будет фигурировать в качестве платежного средства у нас вплоть до 1947 года. И вместе с тем это будут первые советские деньги, которые обеспечивались золотом. Вы понимаете, как было важно создание в 1919 году, точнее, открытие в 1919 году Московского финансово-экономического института. В какой сложной ситуации это происходило? Не будем забывать, идет гражданская война. Собственно, насколько это невероятно сложно было и насколько важно и необходимо вот в контексте происходящего создание как раз первого финансового высшего учебного заведения и подготовка, собственно, специалистов финансового профиля в новом советском государстве.